Всем привет, кто интересуется грузовиками. Сегодня мы приступили к ремонту кабины грузовика Toyota Hiace, который был куплен у нами, значит, где-то в марте месяце. В апреле я переварил кабину, сейчас занимаемся чистой косметикой. На этой неделе планирую, значит, подготовить кабину к окраске, снять будку, чтобы с той стороны тоже ее покрасить. Сначала хотели покрасить ее именно передком, вот так вот, и двери. Сейчас решили красить полностью всю кабину. Заодно покрасить раму, то есть зачистить, подкрасить, чтобы ничего не гнило, не ржавело. Значит, морду в предыдущей серии мы выровняли, более-менее нормально все стало. Значит, шпаклевать сначала решил вот стекловолокном, чтобы была более такая, ну, она более прочная, эта шпаклевка, усиленная стекловолокном, чтобы трещины не образовывались в них. Значит, сейчас отшлифуем стекловолокно. Здесь вот мы его еще накидаем, потому что здесь еще есть неровность. Вот. Здесь вот немножко подравниваем. Отшлифуем его и уже обычной дополнительной шпаклевкой выровняем до идеала. Потом грунтуем всю кабину и красим в белый цвет, в родной, тойотовский. Здесь вот у нас полностью все переварено. Здесь слой шпаклевки не толстый, поэтому сразу решили среднезернистой шпаклевкой работать. Вот тут я более-менее уже подровнял все. Это еще грубо все накидано. Сейчас машинкой мы все счистим, самое грубое вот это вот. И уже будем выравнивать так в идеал, так сказать, выводить. Вот. Красить мы будем, получается, наверное, ну, где-то вот посюда, вот так вот. Шпаклевать будем вот именно вот эту часть, потому что это уже часть невидимая под ковром, там нам ничего не надо. Здесь пол мы просто польем антигравием. Вот это все будет у нас покрашено именно в цвет. Вот. Здесь у нас уже все переварено под подножку. Я, правда, мазал тут отверстие, заляпал, но я их заново просверлю в шпаклевке в этой. Как бы вот. Такая вот ситуация сейчас наблюдается. Все, будем заниматься. Так, значит, работаем вот такой машинкой Bosch. Подключил ее к пылесосу, потому что очень много пыли будет, если так работать с ее кармашком с этим. У нас пылесос имеет этот режим для работы с дополнительным инструментом. То есть включаешь в него, в розетку, это включаешь сам прибор и автоматически включается пылесос. Так, пробуем. Машинка выключается раньше, пылесос позже. Все продумано, кстати, чтобы ничего лишнего, пыль никуда не пошла у нас. Так, ну здесь уже более-менее у нас. Ну-ка. Угу. Так, сразу демонтировал эти стеклоочистители, дворники и стеклоочистители. То есть, чтобы не мешалось это для вывода. Здесь вот у нас была ржавчина, вот тут по кромке, где установлено стекло, но не до дыр, такая еще поверхностная. Мы ее еще до конца все счистим и кислотным грунтом обработаем. Также потом эбоксидным и зашпаклюем, если будет раковина. Так, ну что, продолжаем. Чик-ч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 ик. Оп. Оп. Я думаю, что вот заканчиваем уже наносить стекловолокняную шпаклевку. Сейчас обработаем и уже будем работать среднезернистой обычной. Потому что самые такие вмятины, как говорится, неровности мы уже обработали. Так. Можно будет работать обычно, потому что эту очень тяжело, во-первых, обрабатывать. Стекловолокно вот это очень именно такое.
прочная. Так, ну вот, в принципе, что, вот вся такая, как говорится, геометрия здесь уже присутствует. Все, сейчас она высыхает, мы ее зачищаем и начнем обычной шпаклевочкой накидывать поверх уже этой. Александр, значит, разобрал уже хайс, можно сказать, до основания. Открутил будку, ну, кабину разобрал я до этого. Значит, мы сегодня хотим посмотреть объем работы, который надо проделать с самой машиной, то есть с рамой автомобилем, с подвеской, с остальными узлами автомобиля. Для этого мы, короче, вот и сняли эту будку. Сейчас мы автомобиль загоним на мойку, но перед этим проведем небольшую дефектовку. Состояние рамы, состояние проводки, состояние подвески, всего остального. Александр, ты хочешь что-то сказать? Добавить от себя? Нет, как обычно нет. Как обычно нет. Александр устал, это ему удалось непросто. С утра я малословен. Или как? Да. Малословен. Ну давайте пойдем, посмотрим поближе. Не разработчик. Так, значит, кроме грязи, что здесь наблюдается у нас? Какие-то проблемы с мостом, с каким-то сальником, еще чего-то, потому что он весь тут в масле, в общем, есть какие-то с ним проблемы. Это похоже на старое уже, потому что оно такое, как бы, сухое. Ты сказал, что ты малословен. Ну, я вот решил добавить. Отлично, Александр. Значит, проблемы у нас вот с ним, но мы сейчас его отмоем, посмотрим потом. Значит, дальше что? Вот тут сальник у нас точно где-то текет, потому что были капельки под машиной. Здесь тоже что-то мокрит у нас. Так, гофру я переварил уже. Вот здесь вот на двигателе наблюдаются какие-то масляные запотевания. То есть, скорее всего, с подклапанной крышки. Здесь тоже что-то, какой-то этот, ну, на коробке, видать, какой-то сальник пропускает. Так, по раме. Что можно сказать по раме? Ну, она есть. Это самое главное, то есть она более-менее живая, как сказал даже Александр. Удивление, да, в хорошем состоянии. То есть мы ее сейчас отмоем, тут много песка, вот можно посмотреть, грязи такой. Ну не сыплю, не сыплю. Да, не сыплю. Значит, сейчас мы ее загоним на мойку, это все отмоем. А с проводкой тут наблюдается вообще не пойми что. То есть бытовой. Да, кто-то применил здесь уже ПВХ. Такой вот кабель, который в квартирах применяется. То есть не знаю назначения этого всего, но, в общем, не очень это все выглядит. Ну что, заменим вот эти, наверное, провода, да? Конечно. Потому что, ну, это вообще труба. И все засунем в гофру. И все на хомутике прикрепим к раме, как положено. Чтобы ничего не болталось, вот так вот соплей вот этих, чтобы не было. Это как бы неправильно. Так, состояние баллонов нас тоже не очень устраивает, но пока еще с ними ситуация не ясна. Посмотрим, может быть, тоже закажем. Это очень дорогие колеса, они где-то стоят, наверное, бэушные, японские, где-то, наверное, 12 тысяч рублей, два штуки. Что это какие, по-моему, 12, 13 с половиной, сейчас посмотрим. Да, это на 13 с половиной, это именно такие грузовые шины, ТЭшные, то есть именно для такого типа грузовиков. Я посмотрел, они очень дорогие, то есть... Впереди мы колеса поменяли, вот назад, еще пока не решились раскошелиться. Скорее всего, наверное, придется. Потому что уже, когда мы его сделаем, будет, наверное, уже зима, да, Саша? И чтобы нам рубить бабки, нам надо будет это, ездить на них. Вот эта концовка рамы тут немножко потребует ремонта. Тут какие-то что-то наварено, короче. Ну, так себе, короче. Вот эту часть мы, наверное, отремонтируем с Сашкой. Ага. И что-то будем решать с рессорами, потому что когда будка встает на машину, машина очень прогибается. Что-то будем решать с рессорами. Наверное, дополнительные листы подложим. С
скорее всего. Что-то типа этого. Так, по самой будке проблем никаких у нас нету. То есть она вся целенькая. На ней единственное, подкрылки вот эти поменяем. Вот эти вот, они сгнили уже металлически. Их поменяем. Раму, естественно, мы все зачистим, покрасим. Подвеску отремонтируем, тоже покрасим. Карданы прошприцуем, я, по-моему, их прошприцевал уже, не помню. В общем, если не прошприцевал, надо посмотреть, то прошприцуем. Потому что крестовины нигде не люфтят, все нормально у нас. Ну и, в принципе, все. Как это все сделаем, покрасим кабину, установим обратно будку, уже подключим стоп-сигналы новые. К стоп-сигналу поставим именно вот родные, хайсовские, не вот это вот. Сейчас понесу говно, которое тут стояло. Пока Александр будку снимал, он, короче, сам отвалился. Вот такой китайский стоп-сигнал. Непонятно. Их мы заменим на оригинал. И, в принципе, все, сейчас едем на мойку. Покажем процесс. Из-под себя рвет, ребят. Рвет из-под себя. Здесь, смотри, бьет. О, вот здесь разбита втулка. Вот здесь. Слышал? Смотри. Надо будет поменять сайлентблоки тут в рессоре. Ведем осмотр, что еще требуется тут. А тут еще требуется очень много работы. Ага. Вот здесь вот такие вот стояли пластины, вот здесь, которые крепят резинку. Они, значит, сгнили. Их придется восстанавливать. То есть вот, вот и в конце. Видел так? Что? Вот такие пластины надо будет здесь восстановить. Чтобы резинка вот держалась. Он еще дал, она еще дичайшая стала. Коррозию уберем, все подчистим, покрасим, будет идеальная, идеальная машина. Вот тут, конечно, есть немножко нюансы, но тут уже варили, я вижу. Да, ввиду этого, видать. Да, потому что вот это уголки уже самодельные. Вот эту заднюю часть варили уже. Ну ничего, и мы заварим. Правильно? Да, конечно.
страшно. Может, отмыли. Столько на нем нароста было, это ужас. Стал просто ржавый мост. Тут можно и выхлоп поменять заодно, да? Вот пока тут легкий доступ приварится. Да он и так тут не сложен. Сейчас-то вообще легкий. Приварить новый выхлоп, вот эту трубу поменять. Что она, мне кажется, уже такая, да? Угу. Ты думаешь, что просто будет сделать? Ну, не особо сложно, я думаю. Вот у нас тут друг тоже появился. Командир, короче. Но...